вход в склеп. Главное, чтобы не, там не было Ленина живого. Так. И желательно Ксении Собчак. Тоже живой. Хотя, я не знаю, может быть, она уже не живая. По крайней мере, лошади столько не живут. Блин, какая лестница. У меня уже самого голова закружилась, у Натана Дрейка-то тем более. Так, ищем могилу рыцаря. Типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Выхода нет, все. Это он? Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. Вот и он. Что так это Собчак. Привет, половину. Ксения, как дела? Как спишь? Ты знаешь, она... Чашница? Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот, видишь? А надпись целиком укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Да-да, конечно. Это я себе оставлю. Ладно, пора делать ноги. И опять у него ее отберут, блин. Как будто реально все у него отжимают. Надеюсь, тут есть другой выход. Чёртова смесь Ника Белича и Джейсона Стэтхэма. Давайте сокровище. Да. А то сокровище я не мог взять. Пфф. Дебилизм. Это что, пазл что ли? Древнегреческий я какой-то взял. Древнегреческий, или не знаю, именно хтепский. О, чувствую сквозняк. Я застрял в сале. Блин, он так шагал, как будто это. Тут стена как бы неровная. Плохо положили, сейчас подождите немножко. Надо подвинуть камешек тогда, а то он как бы плохо лежит в этой. Да, давайте подвинем вот так вот. Ну, да, чтоб ровность надо. А то эти чертовы молдаване вообще строить не умеют. Да, тут сквозняк. Может, это тут сквозняк. Стена. Вот поэтому у нас дома и холодно. Вот молдаване всякие помоги, пришли, да. Вот положили плиты, и холодно теперь. У нас мало времени. Давай, ну. Взяли чувака, завалили. Это я возьму, спасибо. Бедный мужик. Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. И пусть останется только один. О, нет. И это будет... Парни. Дункан Маклауд. Сейчас он выпрыгивает. Это Кристофер Ламберт. Чтоб тебя. Из этой пучины. Что и такой... Ха-ха-ха! Дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы поняли. Так? Чертов предатель. Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Вау. Молодец. Я думал, он сейчас предаст. Живо, башня. Воу. У меня все оружие отобрали. Козлы. Ограбили еще. Отжали все оружие. Ну ладно, айфон, но оружие-то. Ты бы хоть подмигнул, что ли? Черт. Прыгай, Чарли! Слишком далеко. Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо! Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. Особенно с такой шикарной прической. И макияжем.
с такой укладкой. Окей, Твинслет пришла. Вы же жесть, Даника. Давай, такие надежды. Правда. Не то, что я, когда втонула на Титанике. Как грустно все обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Побегай, Чарли. Чарли Шин, давай. Ну и что, что тебя уволили из сериала 2,5 человека? Нет. Давай, прыгай! Не, зачем жить в этом мире, нет, когда нету 2,5 человека? Уходим. Сериал. О, он живой остался. Чарли. Только ногу сломал. Мать твою! Тихо, не дергайся. Моя нога! Не трогай! Она сломана! Без тебя знаю. Она моя! Не трогай мою ногу! Она моя! Дыши ровно. Нейт, посмотри. Чертовщина. Все, пора уходить. Оставьте мне пушку. Убью их нахрен. Нет уж, мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Я держу. Держишь. Прикрывайте. Давай. Пошли. Такая похожая ситуация была и во втором Uncharted. Возможно. Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Воу, привет. Я хотел с тобой обняться. Сейчас их свалим, и я свалю. Хедшот. Воу. Блин, чуваки с щитами. Ха-ха. Не, там тоже со щитом. Может устроить батл щитов? Ух ты, да они тут ломаются. Да, что он сделал? Я, видимо, два раза нажал кнопку круг, чтобы он в укрытие сел. Поэтому. Я же всадил пулю в этот его пижон. Мужик, есть такие вещи офигенные, называются бронежилет. Вообще советую. Я вроде ему сейчас голову стрелял, ну ладно. Потом у дальнего. Меня убили снова. Зря я выбежал. Там чуваки сидят наверху, да, слишком меткие. Я же всадил пулю. То есть здесь мне никак не вернуться, да? Ох ты, они уворачиваются. Куда тут встать-то? Граната! Привет, чувак! Надеюсь, эта граната успела передать всем привет перед своей кончиной. Отстань! Что мне делать с этим мудаком? Нет, не подыхай!
Сиди в укрытии. Да хватит уже подыхать. Да, это было глупо. Граната была? Да, я как-то не подумал. А, хер с ним. А то индюк тоже думал. Эй, да я не это хотел. А, ну ладно, может его убьет. Пошли нахер. Пошли нахер! Пошли нахер! Пошли нахер! А иди тут стоять, идиоты! Получи! 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 Засранец! Эй, день. Помогите открыть. Ты со мной на вы? Так. Ну ладно. Скорее. Видимо, я старше. Прости, Чарли. Осторожно, еще враги. О, черт. Я хотел гранату вообще взять. Блин, их двое. Граната, еще одна. Е. Что-то музыка играет, как будто я на похороны иду, а? До свидания. Дружок. Да блин! Офигеть, офигеть! Да блин, я вообще хотел сперва уклониться, а он начал его кидать. Еще враги! О-о-о-о! Черт! Двоих? Нет, не двоих. Я думал, двоих получилось завалить одной гранатой. А сейчас, по-моему, получится двоих задеть. Ух ты, он сдох от двух выстрелов. Гаси никакие. Пулеметчики, блин. Я с вами что, на выбывание, что ли, играю? Хватит. Так встали еще. Великолепно. Это было очень глупо. Воу-воу-воу-воу, граната! Как он сейчас полз по лестнице? Ну-ка, не подрезать, женщина! Ты что делаешь? Где ты права получала нахождение?
Да нет. Я хотел гранату взять. Гранаты! Она, видимо, у меня уже. А! Не. Еее! Два патрона. Я хотел этих сейчас застрелить. Подумал, что это враги. Надо выбираться отсюда. Еще немного. Хлоя, помоги мне. Я не, немощный, не справляюсь. Я застрял в Хлое. Черт, я застрял в Хлое. Ладно, попробуем с ней слиться. Давай сольемся с тобой, Хлоя. Как тогда. Где-нибудь в Стамбуле. Я не знаю, где вы там были. Так. О, автобус. Быстро туда. Ладно. Да, неплохая идея. Автобус, сразу ключи нашлись. А куда вы подеваете Здрасте. Всех туристов? Там смотреть нечего, честное слово. Давай-ка. Раз, туристов нахер. Два. Молодец. А, так вот куда свозят старые модели Икарусов из нашей страны. А то я не заметил никаких желто-брюхих гармошек в последнее время. Не знаю, как у вас там в Москве, но у нас что-то они ездили 2 года назад даже. Может, у вас там, конечно, уже аэромобили там, или мобили на... Автомобили на гидроподушке. Не знаю, как ее назвать еще. Вроде оторвались. Ладно, поищу, где бросить автобус. Давай. Ты как, Чарли? Да превосходно. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Помнишь, как тогда? Слишком опасно. Нет, ты нет, не нет, взял нет, с собой деньги. Не смей сдаваться. Тогда если пошел в аптеку. Своего, а потом тебе назад было идти. Никогда не прощу. Как-то хреново. Не волнуйся, Чарли. И тебе было лень. Я им не позволю. Ну и мы решили. Да что с тобой? Мы решили. Что ты хочешь доказать? Мы решили. Ничего есть молоко не доказываю. И пить селедку. Без ну, да. активированного угля. Как ты посмел? Это было так опасно. Что дальше, Нейт? Я собираюсь... Есть молоко и пить селедку. Ты со мной? Разумеется. Только вот попасть туда проблема. Где Елена? Ну, есть там Елена, это я так еще одна девушка, главная героиня. Я так полагаю, сейчас его и жена или его девушка на этом. Нет, нет. У тебя есть другие предложения? А если нет? Ладно. Давай звони. Че, неужели Елену? Эта игра выполняет, значит, по желанию в день Йемен, Аравийский полуостров. Вау, да вы шутите, что ли? Я только не вспомнил, она появилась. Иностранный корреспондент. Привет, Салли. Как поживаешь, милая? А, нет, извини, тут это неприлично. А, ну да. Вы можете держаться за ручку. Нет уж. Как ты, Елена? Хорошо, спасибо. А, то есть, отлично выглядишь. Нет. Поскольку жизнь меня ничему не учит, я оформила вам необходимые документы. Ага, спасибо. Мне не волноваться о том, что у вас в багаже? Конечно, нет. Ясно. Видно, пока нет. Прошу помнить, вы журналисты. То есть... Да, они очень похожи на журналистов. Ты с этим справишься? Она к тебе. Ну, не плевать на пол, не бить никого ногами. Ну, ну, справлюсь, да. И какая нелегкая занесла вас в эти края? Ну, историей интересуемся. А, вот почему такая спешка? Ну да. Проклятый клад? Нет. Инфернальный злодей? Нет. Не умеешь ты врать, Дрейк. Что? Не умеешь. Давай не будем опять начинать, а? Да я... Где машина? А, вон там. Ну, я пойду отнесу багаж. Нейт, а... Ты его еще носишь? А, да, ношу. В этой стране очень помогает. Вот оно как. Да, так что не обольщайся. А ты свое тоже носишь? Что? А, это, да. Это из-за него вы здесь? Ты не понимаешь.
Я наконец доказал. Дрейк лгал о маршруте через Ост-Индию. 400 лет назад он был здесь. И зачем? Это нам предстоит выяснить. Да нет, тебе это все зачем? Я очень волнуюсь, Я способен о себе позаботиться. Я волнуюсь не за тебя. Что, за Салли? А за меня! Ты опять меня! Он пойдет за тобой на край света. Ведешь, не козел. Имей совесть. Я не понимаю. К чему ты мне это говоришь? Готовы? Ты нас просто подбрось до города, и ладно. Ну нет уж. Вы теперь под моим присмотром. Я с вас глаз не спущу.